Музыка великих композиторов в атмосфере старинного городка на Каме. Фестиваль «Летние вечера» в Елабуге собрал звездный состав исполнителей в программе «Классика» и современные произведения, фольклорная и духовная музыка. Все выступления проходят на открытом воздухе, а зрители могут расположиться прямо на траве перед сценой. Инициатором фестиваля стал известный пианист-виртуоз Борис Березовский. Фестиваль, конечно, прежде всего о музыке, но место выбрано не случайно. Это один из красивейших городов России, Елабуга. Я вообще люблю такие форматы open air. Это позволяет людям расслабленно гулять, может быть, дети там что-то делают, в отличие от концертных залов, где нужно вот все время сидеть. Ну и погода нам везет.